Сейчас я расскажу вам главный секрет вкусного десерта. И сделаю это на примере обновленного Trifle Twix, полный рецепт которого я выложу уже в воскресенье. Чтобы сделать вкусный десерт, нужно соблюдать два условия. Это наличие текстур и понятные вкусовые сочетания. Например, сама шоколадка Twix, как и Trifle, известны нам сочетанием карамели, песочного печенья и шоколада. Когда мы слышим это название, у нас сразу возникает ассоциация, и мы точно знаем, что это будет вкусно. Кстати, напиши в комментариях, какое твое любимое вкусовое сочетание в десертах. А я возьму их на заметку, когда буду придумывать новые рецепты.